Буэнос Тартес, мои любимые, или Ночес уже. Мы тут на прогулке с моим любимым хвостом. Вот он. Пойдем, Лили. Лили, бамос, бамос. Пойдем, бамос. Не бойся. Пойдем, пойдем, пойдем. В общем, идем на прогулку. Пошли. Ищем Микки. Возможно, выйдет тоже сегодня на прогулку в это время. Пойдем. Красота, пойдем. Гуапа. Бамос. Туда-сюда бегает, на радостях выскочила на прогулку. И ну что там? Там для тебя очень неприемлемый участок. Там пыли много. Пойдем. Ты ж у нас Ункопе де Ниеве. Пойдем, пойдем, бамос. Иди, давай. Быстро пройдем уже этот участок с автобусами. И будем потом ночи. Да. Но на дорогу нет. На сепеде. Ира. Алла Картера. Давай. Бамос, Лили. Нет, ты еще не доросла до тех пустырей. Пойдем. Ты слишком белый. Белый, погнали. Бамос. Бланкита. Бланкита, бамос. Гуапа. Пойдем. Бамос аль парке. Ну. Увидела собачку, но то не Микки, Лили, не твой жених местный. Пойдем искать Микки. Мы идем искать Микки, жениха Лили. Лили на нервняке. Пообещала ей, что мы встретим Микки, но пока не встретили. Пойдем, давай. А то мы так точно никого не встретим. Пока до парка дойдем, уже полночь настанет. Идем. Но крусес. Лилия, команды приходится отдавать на испанском, чтобы она понимала лучше. Она вообще так, ну, чуть-чуть понимает только. Дай лапку. И голос, и сидеть она знает на русском языке. А такие команды там, типа, не переходи через дорогу. Не лай, она не знает. Только на испанском знает. И то плохо реагирует. Поэтому мы... Это не наши чикасы, пойдем. Вечернему так сильно. И куда, Лили? Хочет куда-то, я не знаю куда. Пойдем. Мы в парк, давай. Кто куда, а мы в парк. На вечернюю зорьку. У нас погодка наладилась. Посвежела, но не... Ой, что там, Лили? Тут ты скаканула. Пойдем, пойдем, пойдем. Там что было? Там кузнечик?
что-то подошла к дереву, я оттуда как скаканула, я не знала, что там случилось у меня. Пойдем, там машина, давай, быстрее. Круца, 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 круца! Давай, бамус, бамус, бамус. Транкило. Давай. Ну, это преокупность, пойдем. Бамус. Что-то она там напугалась возле дерева, наверное, или куздечек, или ящерица была. Что-то она там шуганулась и скаканула метра два с места. Вот так они и шли с молодой собакой. Когда ты будешь ходить, как культурная, приличная собачка, вышла и пошла вперед. Вот так, да. А не в каждую щель заглядывать. Ты бы сейчас выпила пиво, да, там где-нибудь вот под тем зонтиком. Так зонтики уже закрыты, уже поздно. Все, опоздала ты на пиво. Давай, пойдем. Только на парке, то в парке уже, наверное, закрыто. Пойдем. Пойдем, 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 пойдем. У нас ветер поднялся. Какая-то буря. Что-то там с балконом сегодня попадало у людей. Улетало там какие-то такие коврики из пазлов детских. По земле валяются по улице. Ветром посрывало. Я телепаю там камерой вообще. Идем. Мой собакин Кракен. Вы поставите Кракен на прогулку. Мы его выпустили. Давай, ну кто-то крикнул, там какой-то мальчик. Ты уже прям обозвалась. Готова вперед бежать на помощь. Давай, Круса. Круса, пока машины нет. Давай, Круса, 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 Лили, Круса, Круса. Круса, Круса, Круса. Автобус, давай. Ой, боже мой, я споткнулась. Давай, завершай переход. Я спотыкнулась. Ну, пойдем. Мы, наверное, сегодня не дойдем до парка. Давай. Тебя что-то там сильно пугануло возле этого. Возле пальмы. Ну, может, вообще был листик. А ты прям испугалась. Пойдем. Испуганная наша собачка. Пойдем. Мамас, мамас. Тут много собак гуляют, кстати, по этим улицам. Сейчас, может, будем завершать наше повествование, видео вечернее. Подключусь позже или в следующий день. В общем, на показания. Ты у меня в гостях, моя подруга Лили. Скажи пару слов для прессы. Лили! 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 Эспера! 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 Ну, эспера! Лили! Лили! Эспера! Пойдем! Пойдем! Эй! Пойдем! Мы в ту сторону! Пойдем! Кого ты там узрела? Пойдем! Пойдем! Давай! Мы в парк, а потом назад. Давай, 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 давай! Лили, бамус, бамус, Лили, бамус, бамус, Лили, бамус, бамус, Лили. Лили, пойдем, он нас зовут, глянь, нас зовут, пойдем. В общем, буду с вами прощаться, потому что Лили что-то хочет куда-то, я не пойму куда. Всех люблю, ценю, уважаю, но и до новых встреч. Hasta pronto.